Ортодоксальный буддизм. То есть это не тибетский, это именно непальский ортодоксальный. Соответственно, здесь нет никаких этих, как их называют, там, ни гуру Ринпоче, никаких прочих идолов. И здесь единственное место, где вместо идолов на стенах высказывания, то есть учения. То есть именно то, чем, собственно, ну, как и должно быть, потому что идолы – это все лишь навсего ну, построение, фантазии, а вот эти вот тексты, они, собственно, есть то, ради чего и из-за чего Будда помнит, любит и всегда будет любить. Вот здесь вот. Именно так, по идее, и должно быть. То есть это даже не храм, потому что Будда не Бог, Будда учитель. То есть это вот как... Напоминание. Как класс, да. То есть ты приходишь в университет, да, и ты это самое... Как библиотеку или как университетский зал. И вот основное, что здесь... Это именно вот тексты. Понятно, что есть проблемы с переводом всегда, то есть, но смысл весь сохранен. Вот прям написано это самое. Те, кто понимают важное как важное и неважное как неважное, они, да, находясь в правильном понимании, придут к essential, да, придут к правильному. Рыба, которую вытащили из воды и это самое, вытянули на берег, дергается и прыгает. Также наше сознание, когда хочет прыгать. Также наше сознание, точка. Следовательно, мы должны так же, как лучник натягивает тетиву и выбирает цель, так же человек должен направлять свое сознание и это самое. Себя контролировать, то есть фокус и самоконтроль. Когда было написано? 2600 лет назад. Да, это самое. Чего, типа, чего паритесь? Это тело будет валяться на земле, как бревно. Это самое. Да, твердое и безжизненное, как бревно.
Страсти? Да, страсти. Это помешает сознание. И там же как жестко способен проникнуть в хорошую крышу дома, там же страсти и желания могут повлиять на тренированное сознание. Большие, маленькие, их просто дарят, вот опять же эти самые, как они называются? Меценаты, спонсоры. Ну да, тайцы, бирманцы, эти самые, шри-ланкийцы, то есть все, кто хинаяна буддизм поддерживают, вот они все приезжают сюда. И для них как бы это важное место, а на всякие тибетскую и махаянскую движуху они просто даже внимание не обращают. Поэтому здесь как бы вот, храмовые эти комплексы, они поделены на две стороны. В одной стороне страны, в которых хинаяна, а в другой стороне страны, в которых махаяна. Разница в том, что хинаяна – это «помоги себе сам», а махаяна – это такой социализм. То есть есть эти самые, как они называются, монахи, которые указывают путь. Ну, социальные работники. Или правительство, которое знает лучше. Собственно, на этом все и держится. Социальное построение такое. А хинаяна – это вот, да, идти по стопам Будды и увидеть и осознать то, что увидел и осознал он. Убедиться в том, в чем он убедился. То есть хинаяна – это путь, как бы, вытаскивание себя из… Иллюзии. Да, из всякой фигни, да, из иллюзии, за… ну, как Мюнхгаузен, за что он там себя, за хвост на голове вытаскивал, да? За косичку, да. Ну, здесь примерно то же самое. То есть ты берешь за голову и намаешься на голову. Из мешочка. Все. Ну и есть еще, опять же, красивая метафора, что это как бы пробуждение. То есть пробуждение из того, что мы называем реальностью, которая на самом деле сон. Сон в том плане, что это бессмысленная движуха, там, понятно, карьера, что там, не знаю. То, что конечно. Социальный статус. То, что конечно, рано или поздно. Все конечно, нет ничего не бесконечного. Сознание. Ну, тоже разумеется, почему должно быть? Чем-то отличаться. Комары. Нет, секундочку. Есть мнение, что там атман, брахман, бесконечный, что сознание является этим. Но это только мнение. А если говорить о тех же процессах, то когда процесс завершается, все его характеристики, все его характеристики, они заканчиваются, исчезают. Понятно. И логов не остается, бэкапа тоже. Нет, почему? Это сам. Вот культура – это бэкап. Мы же хотя бы что-то знаем про Будду, которого давно нет, только потому, что в культуре сохранились вот его тексты. Причем нет, не только здесь, но много где еще, но вот сам факт. Только в культуре. А сам Будда, он… И если мы как бы меняем его люди, ну да, мы скажем, что его больше нет. А хинаяна скажет, что он там перерождается, что он в разных ипостасях, в разных формах. Ну, это нам опять же не очень интересно. Интересные тексты, которые составляют вместе путь к спасению. А домыслы и рассуждения не интересны. Да.
сознание как город-крепость, человек в описании побеждает, мало ли это, понятное дело, как сказать, тот, кто создает иллюзию, мало, трикстер. С помощью меча знаний, силы. Затем, сохраняя заведение, человек остается анатачит, не привязанный ни к чему, свободный. Но опять же, свободный не в плане там, что можно курить траву и писать. А именно, да, правильное слово, ни к чему не привязан, ни к чему не... Ничем не озабочен, вот, ничего не привязан, ничем не озабочен. Если резкие движения, они могут психануть. О, какой милый вещь. А этого добра, да, много. Вот. А краснота это реально кожная болезнь. То есть кто-то к ней иммунен, а кто-то нет. Сейчас побудь. Все. Вот тут они гуляют целые. Вот, а еще с, да, красной какой. Сейчас вот они убрали. А так еще здесь есть такая аттракцион. То есть это как бы для совсем упоротых. То есть ты можешь в них медитировать, то есть в них сидеть. Медитация в клетке. Да. Клетка, потому что комары сожрут, и обезьяны съедят. Ну да. Вот. И, ну вот тоже, вот если так задуматься, абсолютно не требуется не сидеть ни в никаких клеток. Вот, да, альфа-самец. С большими этими. Шарами. Да. И чистая шерсть, то есть, ну, здоровый. Они как бы здоровые. Все на лицо. Вот это с большими шарами. Здоровый, шерсть ровная. Тебе бивис никто не даст. Ну, сделано из дерева, но в 60-х годах поторопились и сделали из бетона. Но тем не менее, это тут традиционные непальские этот самый стиль. Вот там наверху еще эти самые, тоже там разные граждане сидят. Mm-hmm. Вот. Но это статуя уже тоже. Вот то, что он с пальцем вверх, вот ребенок, он там вот. Mm-hmm. Вот. Это уже опять же тайское влияние, потому что тайцы очень много денег сюда положили. В эту самую. Ну, в реставрацию, во все. И здоровенный тайский. Что у него палец вверх это означает? Не, ну это традиционный жест. Вот. Пописать сходить? Замечаешь тоже? Кстати, непальский жест вот такой, мизинец. Типа пописать? Да.